В этом ролике вы увидите минус 5 от GDM, а также супер классный ваншот от Скрима, который я делал в прошлом выпуске, но мы были там не слишком точны. Но в этом ролике я исправлюсь. Это второй выпуск повторения вак-моментов от проигроков, и с вами я, Шок. Приятного просмотра. И спасибо за то, что ты меня смотришь. This kind of a setting, especially because the CT side is their better side. It's their T side where they really struggle. What? Oh! Scream! Is this real? He's gonna go for the follow. Но перед началом этого ролика я хотел бы вам сказать только одно. То, что мы с Андреем договорились так. Как только выпуск этого шоу набирает 10 тысяч лайков, мы выпускаем новый выпуск. Поэтому, чуваки, если вам интересно это шоу и вы ждете продолжения, то просто поставьте лайк под этим роликом. Приятного просмотра, с вами я, Шок, и спасибо за то, что ты меня смотришь. Ну это хорошо уже было. Это, кажется, точный повтор. In this kind of a setting, especially because the CT side is their better side. It's their T side where they really struggle. What? Oh! Scream! Is this real? Is he gonna go for the follow? Do or die. Already pushing forward to try and find him, get them both in his sights. Manages only one. JDM looking in that correct direction, but it's a one versus four. AWP push out. Good shot, JDM. Looks for another. He's got this down to one versus two. Overcommitment and perhaps a little bit zealous to try and early end this. Another is getting it taken down to the box. What is that from JDM? The ace clutch and we stay alive. That is. Короче, пацаны, мы уже на сервере, где будем повторять момент супер классно от GDM, и сейчас мы уже немножечко распределили роли и знаем, где будет стоять Тигр, где будет стоять Скипч и Андрей. Еще осталось два игрока, посмотрим, что, кто где будет занимать. Пока что у нас получается так: Тигр стоит здесь, вот, Андрей стоит у красного контейнера, и Скипч уходит с Токсика. Короче, где-то будет он здесь, когда я его буду убивать. А получается так, то, что сейчас я должен быть. Как так называемого тигра. Бей в меня. То есть попади в меня просто. Окей, ладно. Андрей выходит. Но я тебя должен быть убить прострелом, а этого чела должен убить сразу же. После этого я беру флешку, кидаю его вот так вот. Захожу. Убиваю этого чела. Этот чел прыгает у крас. Это ты должен прыгать на белом контейнере. Так он сюда встал. Ну, короче, ну мы пока что не рассматривали эти две позиции. Сейчас, будем думать, еще, где вы будете стоять. Он тут стоял с авиком. Шок. Он вот тут стоял с авиком, так смотрел. Он тут с авиком, вот тут с авиком да. Стоял. Ты должен меня пострелом убить. А, через да, да. Белую, да, эту штуку? Окей. Хуй штука. Через белую, да. И последний чел, получается. Он не тут стоял, я с тебя прыгнул, получается. Они шлюем, стояли, вот тут был, а этот на вайтбоксе стоял, вот тут, типа, потом, ты флешка кинул. Он испугался, и ты его убил. Из-за этой флешки, короче, ты слепишься, чел, сверху. Mm-hmm. Отворачиваешься, бежишь, и ты умираешь. Все готовы? Все готовы? Да. Давайте. Один, два. И... Сейчас... Так, я иду с 50. Да, вот. Окей, okay, let's go. Ты должен убить бота. Готов? Погнали. Убивай. Андрей. Черт. Нет, ты же выходил сейчас быстро. Я? Быстро? Я на шифте иду, чувак. Вот каждый раз. А ну-ка покажи, как ты на шифте ходишь. Вот. Так, это реально, это как-то быстро. Вот, слишком. Вот так вот без шифта. Хочешь сказать, что я под спидами? Убивай. Черт. Убил, что ли?
Короче, все нормально, только сейчас мне нужно это все сделать с прострелом Андреем и с нормальной флешкой, и с первого раза тебя, короче, убить с прострелом. Ну а чел, который там, ну да, все нормально, просто ты должен выбежать, когда будешь ослепленным. Все, все готовы? Да, давай. Шестаков, ну ты можешь этот-то, пожалуйста, хоть немножечко прыгать, отойти. Андрей? Да ёпта, почему тебя не могу убить прострелом? Так, Андрей. Отлично. Отлично. А, не прострел. Фак! Чуваки, только одна ошибка. Не убил прострелом чела. А так все шикарно. Это уже было очень похоже. Снимаем еще раз. Андрей пошел. Да ёбарасоте, дядя. Почему этот прострел не получается? Да фак, ну почему? Все хорошо, все хорошо, прострел. Кроме этого прострела. Всегда что-то не так. Уже все хорошо, кроме прострелов. Все, погнали еще. Слушай, я каждый раз по одинаковому выхожу. Я даже себе пометил, чувак. Я не знаю, почему ты не можешь подстрелить. Андрей? Так, пока нормально. Отлично. Да, чувак, ты можешь раньше прыгнуть, пожалуйста? Так, погнали. Let's go. Убивай. Нифига себе жестко. Отлично. Отлично. Так, флешка хорошая, пожалуйста. Отлично. И... Наконец-то, чувак, наконец-то получилось. Мы это сделали? Да, мы это сделали. Боже ж ты мой. Pushing forward to try and find him, gets them both in his sights, manages only the LVP. Push out, good shot, JDM looks for another, he's got this down to one versus two. It's a little bit zealous to try and early end this. Oh! Is getting it taken down to the box, what is that from JDM? The ace clutch and we stay alive! Это было очень круто, чувак, это было просто нереально круто. Найс. Фух, что за арбузы? Отлично. Чуваки, просто красавчик, спасибо большое всем. Несмотря на то, что так задержались, мы делали это час. Чуваки, это было очень долго. Ну ладно, спасибо большое всем. Друзья, как только этот ролик набирает 10 тысяч лайков, то мы выпускаем с Андреем новый выпуск шоу Вакмоментов. Ну а также у вас слева на экране показываются другие выпуски этого шоу, а справа вы можете подписаться на канал, просто наведите и нажмите на кнопку подписаться. Ну а если вы уже подписаны, то просто ждите мои новые ролики. И с вами был я, Шок. И спасибо тебе за то, что ты меня смотришь. До следующих роликов.